Здравствуйте, 4 октября, 19 лунный день. День со знаком Трисот, поэтому не благоприятен для начинания чего-либо нового. День благоприятен для духовной практики, размышления, медитации, для отправления в дорогу. День благоприятен для людей, родившихся тигра, зайца, змеи, курицы. Не благоприятен годам коров, драконы и овцы. Стрижка волос к встрече с приятным человеком. Ребенок, родившийся в этот день, будет с талантом к искусственному стремлению познать окружающий мир, независимо от материального блага. В этот день в Елгинском доцанице хурал таван харюлва, а слых языковый сплетен. Будьте внимательны.